С 23 по 27 марта на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошел 22-й турнир по мини-футболу на призы главы Фурунского муниципального района среди команд общеобразовательных организаций сезона 2022 года. Ежегодно турнир проходит среди детских школьных команд. В соревнованиях приняли участие команды школ номер 1, 3, 7, 8, 10 и Иванковской. Турнир прошел в несколько этапов. Судейскую бригаду возглавили главный судья соревнований Сергей Минеев, боковые судьи Николай Смирнов и Владимир Малеев. По итогам трех игровых дней в лидеры вышли футбольные дружины школ номер 3 и 7. Они сразились в финале турнира за звание победителя. Решающая игра оказалась непростой для каждой команды. Чувствовалось, что соперники достойны друг друга. Болельщики как могли поддерживали свои команды. Финальный свисток судьи после основного времени матча зафиксировал боевую ничью 5-5. Все решилось в серии пенальти. И здесь соперники шли, что называется, ноздря в ноздрю. Решающий удар отразил вратарь команды школы номер 7 Андрей Сорокин. Это и определило судьбу победителя. В результате обладателем переходящего кубка главы Фурунского района по мини-футболу стала команда школы номер 7. На втором месте команда школы номер 3, бронзовый призер – футбольная дружина Иванковской школы. Награждение победителей провел заместитель главы Фурунского района Сергей Окунев. Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты, медали и кубки. Фурманов – это традиционная территория спорта, и футбол – это один из популярных видов спорта, который очень хорошо развивается на нашей территории. Я всех вас поздравляю с завершением этих соревнований. Понимаю, что есть небольшая досада в том, что кто-то проигрывает, но это соревнование, и в каждом соревновании есть победитель. Всем вам желаю удачи и хорошего настроения. В ходе церемонии награждения также были отмечены лучшие футболисты турнира. В номинации «Лучший вратарь» награду получил Андрей Сорокин из школы номер 7, лучшим бомбардиром признан Александр Смирнов, также из 7-й школы, лучшим игроком турнира – Даниил Булыгин из школы номер 3.